Мне сегодня исполняется 40 лет. Можно подвести предварительные итоги. Ведь Юрий Платонов и так абсолютно 100% счастливый человек. Буквально во всем. Работа, жена, сын. До Парижа сколько? Часа 3 лететь? Примерно 4. Катя, все прекрасно. Ну, странно это, нет? Ну, хочешь, я тебя предам? Я недавно узнал много интересного. Про Катю. Потом про свою жену Марину. Кто вообще кого любит и что? Вот я и подумал. А что, если мой лучший друг тоже не тот, кем прикидывается? Кто за это платит? Кто это устроил? Помоги, прошу. С ума схожу. Мне позвонили давно, 20 лет назад, какой-то женский голос и предложил. Что предложил? То есть ты хочешь, чтобы вместо искренних, по-настоящему любящих людей всю жизнь были наняты персонажи, которые должны играть и притворяться? Пойми, Юрка, главное ничего не знать. Кто рядом с тобой? С кем живешь? Что твои близкие на самом деле о тебе думают? А ты не узнаешь никогда. А не знаешь, значит, не было. С праздником, Юрий Владимирович!